350 елей, кленов и акаций. На территории Центрального парка культуры и отдыха завершилась сезонная высадка растений и деревьев, большая часть которых крупномеры высотой 3-6 метров. В рамках озеленения парковой зоны рабочие укладывают новое травяное покрытие. В настоящее время рулонный газон обустроили на площади свыше 1200 квадратных метров. Комплексное озеленение Центрального парка культуры и отдыха стартовало в 2017 году. За короткое время в парковой зоне высадили более 2000 крупномерных деревьев, 20 тысяч кустарников и многолетних цветов и трав. При помощи гидропосева на территории парка засели 7 тысяч квадратных метров. Уложили 10 тысяч квадратных метров рулонного газона, до конца лета уложат еще около 8 тысяч. Уход за существующими и новыми насаждениями обеспечивает система водопровода. Накануне зеленую зону отдыха также украсили 30 декоративных камней с Эльбруса. А совсем скоро волгоградцев ждет отдых в большом водоеме площадью 2500 квадратных метров. Одновременно водный комплекс может вместить порядка 200 человек. Рядом со строящимся объектом специалисты смонтируют фонтаны, помещения для переодевания, душевые кабины и фудкорт. Водоем имеет такую обтекаемую форму, и он, самое главное, он у нас будет функциональный. Он будет работать не только в летнее время, у него есть функция использования как каток, то есть зимой это будет у нас каток, и в демисезон на нем можно будет покататься на различных плавательных средствах, то есть у нас будут закуплены лодочки в виде там лебедей, фламинго, ну и так далее. Самая приятная благодарность за такую работу – отзывы посетителей парка. Мы до этого приезжали и увидели сейчас много изменений. Появилось много зелени, кустарников, развлекательных центров для детей очень много появилось, цветы, самый сезон началось, расцветание. Мы очень довольны, что именно здесь сейчас стало так красиво. Благоустройство муниципального парка культуры и отдыха проходит без привлечения бюджетных средств в рамках соглашения с инвестором. Компания за счет собственных средств обновила пешеходную сеть, оборудовала пространство для семейного отдыха, в том числе колесо обозрения и водоем, а также выполнила другие мероприятия по модернизации парковой инфраструктуры. Так для детей появилось интересное место для рыбалки, где родители могут отдохнуть в то время, когда их чадо пытается не без труда выловить рыбку из пруда. Покатались на колесе обозрения, посмотрели, что здесь построили пруд. То есть вот пруд с рыбками, особенно если твой ребенок рыбак со стажем, который, да, обожает заниматься этим с утра до вечера. Для нас на самом деле находка, то есть мы можем спокойно посидеть, пообщаться, да, с родственниками, близкими. Ребенок в это время занят. Жизнь в парке кипит, здесь регулярно проходят различные мероприятия. Хотим не концентрировать мероприятия в одной точке, а рационально использовать все площадки, которые у нас есть в парке, и наполнять их различными событиями, чтобы каждый нашел то, что интересно ему. Развитие территории Волгоградской области – приоритетное направление с 2014 года. За это время реализовано 1500 проектов по обновлению общественных пространств. Волгоградская область – один из лидеров России по формированию комфортной городской среды. Илья Власенко, Александр Шишин. Время новостей.